Всем доброго времени суток. Представляем вашему вниманию 5 невест 2021 года, 5 знаменитостей, которые старше 40 лет. Любви все возрасты покорны, и возраст свадьбе не помеха, главное – семейное счастье. В 2021 году прогремело сразу несколько звездных свадеб, где невеста уже слегка за 40. Давайте узнаем, кто из них примерил на себя свадебный наряд. Ольга Орлова поделилась счастливой новостью о замужестве. Ольга Орлова, 44-летняя телеведущая и певица, стала женой бизнесмена в сентябре этого года. Вместо привычного белого платья на звезде был белый брючный костюм, который нисколько не испортил образ невесты. Экс-солистка группы «Блестящие» не первый раз пытается устроить личную жизнь, но пока попытки были неудачными, хотя у нее есть уже сын Артем, которому 20 лет. Марина Федункив. Звезда Comedy Woman примерила в этом году платье и фату. 50-летняя юмористка впервые в своей жизни официально вышла замуж. Избранник звезды – молодой итальянский бизнесмен. Стефани Маджи стал тем мужчиной, который не побоялся штампа в паспорте. Марина в третий раз устраивает свою личную жизнь, но до этого это были только гражданские браки. Дарья Поверенова. В начале этого года прогремела свадьба Дарьи Повереновой и Андрея Шаронова. 49-летняя актриса очень долго шла к своему счастью. До официальной регистрации брака эта пара встречалась 8 лет. За это время влюбленные успели проверить силу своих чувств, а также разрешить накопившиеся проблемы. Для торжественной церемонии Дарья выбрала элегантный белый брючный костюм, который выгодно подчеркнул стройную фигуру актрисы. Пэрис Хилтон. Американская киноактриса Пэрис Хилтон и ее молодой человек Картер Рым сыграли пышную свадьбу в этом году. Звездная блондинка предстала на церемонии в ослепительном белом платье. Примерить свадебный наряд 40-летняя Пэрис Хилтон решилась впервые. Со своим возлюбленным она познакомилась еще 9 лет назад, но роман между парой вспыхнул только 2 года назад. Анна Фэрис. Статус замужней дамы приобрела и комедийная актриса Анна Фэрис. Ее свадьба с Майклом Барреттом была тайной, а счастливым событием в своей жизни 45-летняя звезда очень страшного кино поделилась со своими подписчиками в Инстаграм. До официальной регистрации пара была вместе на протяжении 4 лет. Это были знаменитости, которые сыграли свадьбу в 2021 году. И своим примером они подтверждают, что обрести семейное счастье никогда не поздно. А какие пары вы еще знаете знаменитостей, которые сыграли свадьбы в этом году? Всем большое спасибо за внимание, всем удачи, до новых встреч и всем пока-пока!